Матч з лідером чемпіонату – сапраўднае выпрабаванне для маладой гомельскай каманды. І падтрымка трыбун у гэтым супрацьстаянні будзе зусім не лішній. А таму напярэдадні матча гульцы каманды выйшлі на вуліцы гораду, каб асабіста запрасіць гамяльчан на футбол. Приходите к нам на футбол, и я думаю, вы не пожалеете. Все будет сильно. Нападаючы Гомеля свое слово стрымаў. Болельщики, а их згодно протоколу, на трибунах было больше за 3000, не пошкодовали, что пришли на центральный. С первых хвилин барысаўчане дали зразуметь, что мают намер отправиться до дому с трыма очками. Працы у гомельской обороны и голкипера Олега Ковалева хапала. Однако отсиживаться на своей полове до финального свистка господары не сбирались. У середине первой половы гульни Геннадь Близнюк пасом вывел Алексея Теслюка на рандеву с барысовским голкипером. Але нападающий не смог его переиграть. У другим тайме барысаўчане узмоц сняли тиск на вороты господару. Тыя у свою чаргу заиграли больше агрессивно. На апошней хвилине у гамельчан была добрая магчымасць творить сенсацию. Однако Виталь Новик с доброй позиции не трапил у вороты. У вынику боевая ничья 0-0. Прессинг на своей половине нам даже тяжело приходилось. Низко садились. Да, но мы не использовали то, что у нас было. Были моменты и в первом тайме, и особенно на 90-й минуте. Поэтому всегда момент будет, когда играешь в футбол. Когда мучаешься, он может и не быть. Поэтому нам здорово, что мы в ничью, конечно. У турнирной таблицы Гомель застався на 12-й позиции. Але адрыв от перадапошняга 13-го радка складая 5 баллов. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».